Шура из группы B2 расстался с супругой. Пара прожила в законном браке 5 лет. Но что-то пошло не так, раз экс-супруга известного музыканта Елизавета Решетняк все же решилась на отважный поступок и ушла от мужа к другому мужчине, который, кстати, был их семейным парикмахером. Елизавета со своим новым возлюбленным обживаются в новом жилище. Теперь там новоиспеченная пара будет жить вместе с детьми, которые были рождены в браке с Шурой. Надо заметить, сам звездный холостяк не сильно переживает расставание с супругой. Шура присиживает ночи напролет в одном из баров, и не сам, а в компании Кати Добряковой, которая делает карьеру дизайнера. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!